Занимаемся благим делом и на благо города, и от себя вносим частичку солидарности и сознательности. Согласны? Определение фронта работ, короткий инструктаж по технике безопасности и за дело. Волонтерам предстояло убрать относительно небольшой участок береговой линии острова Русского. В рамках реализации муниципальной программы охраны окружающей среды города Владивостока мы проводим акции по санитарной очистке территории города. Сегодня будет у нас убираться мусор, значит, подножие 1, это район остров Русский. Мы будем разделяться на две группы. Первая группа будет убираться с данного места до пирса, другая группа будет убираться до района Шигина. И по побережью пойдем уже по мере того, как будем видеть, где замусорена территория, будем убирать. Сделать город чище в этот раз вызвали сотрудники компании сотовой связи. Ребята обратились в администрацию города с просьбой посодействовать их благим намерениям. Мэрия не отказала и выдала волонтерам весь необходимый инвентарь, организовала доставку людей на место, а также музыкальное сопровождение. Чтобы заниматься уборкой острова было не только полезно, но и весело. Более 30 мешков мусора собрано волонтерами буквально за первые полчаса проведения экологической акции. Заметим, это не самое грязное побережье Русского острова. Мусор предстояло не просто собрать, но и разобрать по группам. Пластик, стекло, строительный мусор, жестяные банки, бумагу складывали по отдельным мешкам. Участники экосубботника трудностей не испугались и скрупулезно сортировали отходы. Многие убирают за другими уже не первый год. Второй год уже. Где убирали? О, тоже на Русском, честно, я не знаю, где-то вот... Ну, другой берег был, точно помню. Я не знаю точно где. Мероприятие, конечно, замечательно, вот, поскольку не все у нас добросовестно убирают за собой мусор. Поэтому я считаю, что это очень здорово. Когда сам где-то отдыхаю, за собой всегда убираю, беру свой мусорный пакет и потом вывожу, соответственно. Ну и вот такие вот мелкие, например, бычки, стараюсь какую-нибудь банку и также выбрасывать. Ну, мне кажется, в принципе, сейчас люди стараются быть более аккуратными, потому что они возвращаются на эти места, и они же будут отдыхать на этих бутылках в следующий раз. Поэтому стараемся следить за собой и за другими. Позже весь собранный и рассортированный мусор будет вывезен на спецзавод номер 1 на переработку. А отдыхающим надо помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И с уважением относиться к природе. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, новости на 8.